Февраль. Пригожий и непогожий. Погода не перестает удивлять жителей российских регионов. Циклон, накрывший Хабаровский край Приморья, принес резкое потепление с дождями и сильным ветром. Трассы не просто скользкие, зеркальные. На кадрах из Владивостока попытки мужчины перейти дорогу больше напоминают лунную походку Майкла Джексона. Не удается сделать это даже ползком. Обстановка на дорогах может осложниться и в столичном регионе. Опять же, из-за ветра и осадков москвичей просят по возможности пересесть на общественный транспорт. Ну и на таком фоне остается только позавидовать жителям Сочи, где распустились первые весенние цветы. Если подснежники и цикламены сделали это, что называется, по расписанию, то вот мимоза порадовала на 2 недели раньше срока. От зимы не осталось и следа.